Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! В этом видеоролике вы можете увидеть процесс изготовления паяльного фена по представленному эскизу. Желающие могут сразу перейти по ссылке, чтобы увидеть фен в работе. Наиболее сложным в изготовлении узлом фена является металлический корпус нагревательного элемента. Он собран из трех деталей – стакана, трубки и шайбы. Стакан из нержавеющей стали – позаимствован у банки литий-ионной аккумуляторной батареи для ноутбуков. Внимание! Перед разборкой аккумулятора нужно обязательно его разрядить с помощью мощного резистора с сопротивлением 5-10 Ом. Сначала от стакана отрезаем крышку, используя для этого ножовку по металлу, закрепленную в тисках. Режем стакан в том месте, где в цилиндрической части имеется углубление. После того, как крышка удалена, край стакана нужно тщательно выровнять, чтобы потом легче было удалить содержимое. Разборку аккумулятора лучше производить за пределами жилого помещения, так как его содержимое токсично. Чтобы надежно удерживать аккумулятор в руке, наматываем на него несколько слоев кожи, винила или подобного материала. Во время высверливания пластины электролита аккумулятор может прокручиваться в защитной оболочке. Но я, тем не менее, сохранил ее до окончательной сборки корпуса, так как эта пленка защищает стакан от чрезмерных нагрузок, могущих вызвать деформацию. Для высверливания отверстия в торце стакана используем шайбы, подобранные под внутренний диаметр стакана. Одна из этих шайб станет деталью корпуса нагревателя. Чтобы при рассверливании отверстия надежно закрепить шайбу, можно использовать вот такой нехитрый прием. Ответственная операция сверления стакана. Я ее выполнял в два этапа. Сначала сверлил меньшим сверлом, а потом большим. Для обеспечения соосности отверстия с корпусом стакана использовал вышеупомянутые шайбы в качестве шаблона. При сверлении всех тонкостенных деталей этого фена использовали сверла с заточкой циффенбор. Последняя деталь этого узла изготовлена из секции телескопической антенны. Нужный отрезок получен уже знакомым методом с помощью ножовки, зажатой в тиски. Такой способ резки защищает от повреждения тонкостенные детали, но не защищает руки. Будьте осторожны. Чтобы закрепить трубу в стакане, один из ее краев пришлось развальцевать. Сделать это несложно, так как телескопические антенны изготавливают из довольно пластичной латуни. Для крепления деталей этого узла я выбрал винты, хотя можно было бы применить и тонкие медные заклепки. Если использовать раздельные источники питания для нагревателя и вентилятора, то на плате фена достаточно разместить только три электротехнических клеммника. Если же источник общий, то на плате придется установить с десяток радиоэлементов и радиатор охлаждения транзистора. Схема и чертежи всех деталей есть в сопроводительной статье. Мотаем спирали нагревателя на оправке с упором, если не хотим отмерять расчетную длину нехромового провода рулеткой. Для предотвращения возникновения дугового разряда в нагревателе используем керамический изолятор. Его можно изъять из линии задержки от старого телевизора. Как видите, разобрать линию задержки несложно. Разрезать керамическую трубку проще всего абразивным кругом, корундовым или алмазным. Для предотвращения замыкания витков нагревателя с корпусом помещаем внутрь стакана кусок слюды или меконита, свернутого в трубочку.
Просовываем один из выводов каждой спирали в керамический изолятор. Для предотвращения межвиткового замыкания растягиваем спирали до заранее нанесенной метки. Отмеряем нужную длину выводов спиралей нагревателя и обматываем их луженым медным проводом, чтобы надежнее зажать концы спиралей в электроклемниках. Тепловой экран, как и остальные детали, изготавливаем по чертежу выкройки. Выкройки и подробную информацию о расчете фена можно найти, пройдя по ссылке, которая сейчас видна вверху экрана. В качестве корпуса фена используем полиэтилен-терефталатовую бутылку от воды. Сделав два пропила, превращаем горлышко бутылки в четырехлепестковый цанговый зажим. Стеклотканью изолируем корпус нагревателя от теплового экрана. Придаем цилиндрическую форму пластинам теплового экрана. Вставляем корпус нагревателя вместе с пластинами в горлышко бутылки и фиксируем крышкой, в которой предварительно прорезаем отверстие. Установка узлов фена внутри бутылочного корпуса несколько затруднена, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку. Стоит также обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы придется скорректировать размеры скобы и резьбовой втулки, которыми плата питания крепится к стенке бутылки. То же самое касается и хомута, крепящего вентилятор. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора. Фен собран, приступим к полевым испытаниям. Проверим предельные возможности фена. Как видите, при снижении скорости воздушного потока можно получить температуру струи, превышающую 600 градусов Цельсия. Это подтверждает и вспыхнувший листок бумаги. Равномерность нагрева и форму воздушной струи проверяем по потемнению бумаги. Скорость плавления припоя тоже неплохой показатель производительности фена. Благодаря своей 300-ваттной мощности данный фен позволяет демонтировать более крупные детали, чем его младший 100-ваттный братишка.
Тут можно добавить, что это была уже третья попытка демонтажа одних и тех же деталей, вызванной ошибками при съемке двумя камерами. То есть дважды пришлось все впаивать обратно. По сравнению с использованием медицинских игл, сплава, розе и прочих приемов, демонтаж даже морально устаревших радиодеталей с помощью этого фена оказался совсем неутомительным. Обратите внимание на ролики, близкие по содержанию. Спасибо за внимание и творческих вам успехов!